Так, в общем, всех приветствую. С вами снова Ромарио. И сегодня мы глазеем на аркадную игру Thunder Force EC. Сейчас только чат перезапущу. Да что ж такое-то? О, работает, отлично. Так, что ж, приступим. Ой. Так. Ну, если что, я там заранее включил игру, чтобы настроить окошко для игры. Теперь вот все работает. Плюс еще управление поднастроил, так что приступим сразу. Так, поехали. Блин. Интересно, а что делают другие? Так, это, видимо, переключение оружия. Ух, ни хрена себе. А это что тогда что? Блин. О, вот тут ништяк. Я так думаю, игра затянется примерно на полчаса. С учетом того, что наверняка тут можно закидывать-то до бесконечности монет. Да, можно. Ну, значит, игру пройти, в принципе, не составит труда. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага, вот где его слабое место. Вон там, мигающийся. Хренота. Он краснеть начинает. Неплохо бы игру погромче сделать. О, нет, еще чуть-чуть. Вот, все. Так нормально. Так, где мы находимся? В горящем лесу, наверное. Да, привет, Гора. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Oh,
А, понятно. Эта кнопка отвечает типа за скорость нашего корабля. Это, в принципе, удобно. Вместо того, чтобы поднимать разные поврапы, отвечающиеся за скорость корабля, можно спокойно взять и переключить. Так, аккуратно. Да ё-моё. Привет, Герберт Мадолфот. Так, аккуратней. Первый готов. Второй тоже готов. Так, надо бы аккуратнее тут все пройти. Ой. Нифига себе.
Так, это был третий уровень. Ой. Ой. Блин, по этой хрени я еще умудрюсь попасть. Ну, все-таки. Мне же. А, ну да, я же могу поменять оружие, точно. Привет, Бас. Дэн тоже привет. Ой, ты прям сразу налетел, неожиданно. Так, а где... О, слабое место, это его пах. Ну да. Все, побил. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Блин. Ух, ё.
Ну да, офигенно. Ну чё, вниз полетели? Куда же ещё? А, вперёд. А, понятно, почему вперёд. Ух, и ни хрена себе. Мне вот интересно, что раньше вышло, Градиус или вот это? Потому что если вышло раньше Градиус, тогда неудивительно, что все так похоже на Градиус. Воу-воу-воу-воу-воу. Замечательно. Угу. Ого. Прямо как в Biohazard Battle на Genesis, который я в этом челлендже проходил. Точно такой же, почти такой же снаряд летел. Так. Ну, понятное дело, что Thunder Force похож, так похож на Градиус. Да, привет, Digital. Блин, где... Ё-моё. Во. Ничего себе. Oh.
7-й уровень. Так. Круто, щит. Слабоватый щит. А нет, смотри-ка, он все еще при мне. Нет, уже нету. Как бы да, Digital. Ртэп Лео аркадный, клёвый. Вот этот лазер достаточно мощный. Привет, Фолк. Снова ты. О, спредган. Отлично. Ничего себе! Ой!
Готов. Последний уровень. Тут получается вместо текстовых сообщений, в каких уровнях мы находимся, вместо этого тут голоса присутствуют. Снова 8 уровней в подобных шмапах. Ой, я даже рекорд свой побил. Вернее, не свой, а вообще топ-рекорд побил. Ну и кто этот Final Boss? Окей. Ого. Ой-ой-ой, во-во, полегче. Задел. Маленько. Готов. Вот таким вот макаром все и проходится. За полчаса. Ну, наверняка большинство аркадных игр такие же, так же легко проходятся. Да, прошел. Привет, Макс. Уверен, на DOS'е выпадет что-нибудь интересное. Хотя DOS это один из вообще самых... Да, конечно, буду играть. DOS выберу игру и поиграю. Вообще, DOS в челлендже это один из серьезных противников. Ну, боссов точнее. Там наполовину из всех игр на DOS'е годные, хорошие. Либо действительно какие-нибудь интересные проекты, типа Dangerous Dave, 4 части, либо хотя бы играбельные порты, типа Короля Льва или Аладдина. А другая половина игр на DOS'е это какой-то трэш. Угу, намекает на продолжение. Замечательно. Ну, понятное дело. Сразу выбираем игру на DOS'е. И вперед.
Половина челленджа половина пройденного челленджа уже впереди. Осталось только ДОС и 3ДО затащить. Итак, что мне выпадет на ДОСе? Либо мне подставят очень жестко, либо наоборот, хоть как-то поддержат. Че, мне опять и Кармен Сан-Диего искать? Только в этот раз в США придется искать. Да, очередной приколчик. Кармен Сан-Диего никак не успокоится. Да, без технического рерола, я понял. Я, ну окей, сыграть так сыграть. Я тогда запись прерву и на трансляции буду все настраивать.